әділетті Қазақстанда еңбек адамына ерекше құрмет көрсетілуге тиіс. Әсіресе, ұстаз, дәрігер, тәртіп сақшысы, құтқарушы, жұмысшы, шаруа сияқты мамандардың мәртебесін одан әрі арттыра түсуіміз қажет. Многие сетуют на недостаток истинных героев в наше время. Но настоящие герои не там, где яркие софиты и где звучат продолжительные аплодисменты. Герои находятся среди нас. Остановим 972, ветер 210 градусов, 1 метр по 23 левая, посадка выше. Вот обод колесной пары. Вот по нему, когда обстукиваешь, он звонкий звук. Значит, колесная пара нормальная, значит, трещины здесь нету никакого. Палуба, палуба, мостик. Мостик, палуба. Сейчас нужно сделать обход судна и доложиться на мостик. Принято. Нельзя разделить труд на хороший и плохой. Каждый человек и его профессия уникальна. Особенно тогда, когда работа – источник радости и удовлетворения. Важным элементом человеческого капитала являются люди труда, который влияет на успех предприятия, отрасли, в целом государства и его конкурентоспособности. Наши герои – очень интересные люди. Каждый со своей личной историей, опытом жизни и профессионализмом. А самое главное – это увлеченные, неординарные, влюбленные в свое дело мастера. Каждая моя рабочая смена начинается с чашечки кофе. Многие люди обычные не знают, не имеют понятия о существовании такой профессии, как авиадиспетчер. Мои многие родственники, когда я говорил, что я работаю диспетчером, они предполагали, что диспетчера – те люди, которые объявляют посадку там, в аэровокзала. Вот такое бывало. Например, для статистики, для всего Казахстана, 20-миллионного Казахстана, всего работают около 600 диспетчеров по всему Казахстану. Поэтому это не очень такая распространенная профессия. Но у меня в семье никого диспетчера не было. Я поступил в Академию гражданской авиации, но у меня тогда была специальность инженер-механик. Будучи там на учебе, я там познакомился с моим нынешним другом. Вот у него все родственники были как раз-таки в сфере авиации, вот именно диспетчер. Он мне много информации рассказывал, я узнавал об этой профессии, и мне очень понравилась эта профессия. Во время учебы я уже решил, что, скорее всего, я переучусь и стану авиадиспетчером. Мне очень нравится моя работа, потому что здесь работа необычная, она не похожа каждый день друг на такой же, как и прошлый день. Каждый день возникают новые ситуации, и диспетчеру приходится решать логический либо ребус. Вот эти, как на работе, вот эти все моменты, чтобы создать безопасный интервал на посадку, на взлет, учесть все погодные условия, ЛТХ, это технические характеристики воздушных судов, кто как набирает, с какой скоростью. Тут даже берется на учет настроение экипажа воздушного судна. Даже такое. Диспетчер отчасти чуть-чуть психолог. Абсолютно все воздушные суда, которые есть в воздушном пространстве Республики Астан, мы всех их обслуживаем. Одновременно в часы пик у диспетчера подхода, например, бывает 11-14 бортов, до 17 бортов бывает, когда у нас погоды нет, вот они, борты экипажа ждут погоду на посадку. А так суточный план, аэродром Алматы считается самым загруженным аэродромом среди всего Казахстана. Суточный план около 270-290 воздушных судов в сутки взлет-посадку производит. Астана-Лайн 972, после посадки освобождение право по чале, пересекайте 23 правую, далее кило. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте. Да. Сегодня по плану тренажер у меня, руление. Все отлично. Начнем? Тренажер максимально приближен к реальным ситуациям, и также мы записываемся, все как в жизни, и даже вот эта детализация, как вы заметили, полностью это наша Алматы.
Да, стоим здесь на месте, вот он дрался. На тренажерах отрабатываются, конечно же, нестандартные ситуации, потому что эти нестандартные ситуации в жизни очень редки. И как раз-таки мы на тренажере имеем шанс отработать благодаря нашим операторам, нашим инструкторам. Остановая 863, ветер 220 градусов, 1 метр, ВП 0,5 право, взлет разрешаю. На моей практике я помню то, что борт после взлета доложил, что у него задымление в кабине, и решил произвести посадку немедленно с обратным курсом. Мы ему все обеспечили, борт также не сел, ушел снова на второй круг. И это оказалось то, что они грели еду, и там сэндвич, что ли, прилип к стенке, и из-за этого дым. В общем, ничего страшного. Плоды человеческого труда окружают нас и сопровождают в жизни. Здания, предметы домашнего обихода, техника, произведения искусства, еда. Без всего этого мы с трудом представляем свою ежедневную жизнь. Нравится мне вот эта своя работа по профессии, вот по своей, как я учился в вагонном хозяйстве. Когда мы вот сучим по колесным парам, по ободу колеса, это означает, что колесная пара в нормальном состоянии. А когда глухой звук, значит, у него там есть, значит, трещина. На каникулах в детстве, например, да, вот, в третьем классе я жил возле вокзала, вот, и ходил на вокзал почаще, там, смотрел, как поезда ходят, грузовые, пассажирские. Ну, они, как всегда, по расписанию ходят, обычно пассажирские поезда. И вот мне интересно было, вот в детстве интересно было, как они вот машинисты водят тепловозы. Но я в этом интересовался с детства. И вот пошел, сдал на этот вагонное хозяйство. Работаю я уже 33 года на железной дороге. Как пришел с армии, вот работаю до сих пор. Потому что нравится мне эта профессия вагонником. Ну, в общем, железнодорожником. Получил я образование в Ташкенте, Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. Учился по специальности вагоны, электромеханический факультет. Замеряем колесную пару, например, вот абсолютным шаблоном. Здесь плотно прилегается внутренняя грань обода колеса опоры, соответственно. И замеряется гребень и прокат колесной пары. Вот мы замерили колесную пару. У него, соответственно, гребень 31 мм. Это значит допустимо. Подходит, спрашивает, для чего вы стучите, говорит. Куда и стучите, спрашивает. Ну, я отвечаю, это смотровая крышка, которую мы стучим и выявляем неисправность колесной пары там. Мы вот пассажирские поезда встречаем, чтобы люди комфортно ездили, чтобы не нарушали вот технику безопасности. И наши вот поезда ездили обеспечением безопасности движения поездов. А грузовые поезда мы осматриваем, чтобы доехали до своего станции назначения для выгрузки своих грузов. Доезжало, чтобы для безоцепочного ремонта до станции назначения. По этим же темам мы проводим технические занятия вот здесь, вот, в техклассе. Для осмотрщиков, ремонтников проводим. Проводим для слесарей подвижного состава, операторы вагонов здесь. Но я старшим, которые со стажем есть работники, я их, им говорю, обязываю я их. Вы учите молодых, вот пришли, чтобы они не ходили туда-сюда, и чтобы у них какой-то вот это, вывод был, что. Третьему помощнику подняться на ходовой мостик. Третьему помощнику подняться на ходовой мостик. Мне 22 года, работаю третьим помощником капитана на судне танкер «Тарас». Заканчивал я Казахстанско-Британский технический университет и факультет Казахстанской морской академии. Я штурман-судоводитель. Ключевую роль сыграла моя сестра, которая также поступила в Казахстанскую морскую академию. На судне всегда важна слаженность, потому что если хоть какой-то, так сказать, винтик не работает, то ну, и судно особо сильно не заработает, оно не пойдет. А второе, то, что ну, нельзя никогда расслабляться. Вот этот круг называется светящийся буй. Вот, как он идет, вот я освобождаю его, убираю, достаю его вместе с ним. Проверяю сначала сам круг на наличие трещин. Если трещин нет, все хорошо, обратно его ставлю. Вот так вот. И проверяю теперь сам светящийся предмет.
проверяю его на вот так вот, все, он работает. Фактически я отвечаю за безопасность, за противопожарную безопасность, за аварийно-спасательное оборудование, то есть спасательные жилеты, гидротермокостюмы, огнетушители всех типов. Я проверяю их на работоспособность, смотрю давление в манометре и смотрю, когда был произведен последний гидравлический тест. То я уже пишу в судовой журнал, что проверка ежемесячная была произведена в такое-то время, в такое-то число, без замечаний. Выбор, который мы делаем, остается с нами на всю жизнь. Это наша судьба и наше будущее. Я только вагонное хозяйство отучился, вот, и вот эта профессия мне нравится. Могу смело сказать, смело говорю, люблю свою профессию. Море для меня это реально просто наслаждение в жизни и умиротворение. Я вот именно радуюсь тому, наслаждаюсь моментом. Это моя любимая работа, моя любимая профессия. Будучи еще студентом, я решил, что стану авиадиспетчером. И вот уже на протяжении 11 лет работаю непрерывно, обеспечиваю безопасность. Мечта? Изначально у меня цель дойти до старпома, а потом уже посмотреть на том, ну, хочу ли я быть капитаном или нет. Когда молодой, все хочется, конечно. Так что тут уже дело принципов. У меня сын, вот скоро ему уже 30 будет, сейчас уже 28. Пора ему жениться. Хотелось бы, чтобы Келинка была дома, маме там помогала. Вот. И внуки бегали дома, внучки. Это такой непростой вопрос, не знаю. Но у меня сейчас две дочки, может быть, Бог даст о сыновях. Мечтаю, то, что у нас. Ну, у нас все хорошо, грех жаловаться. Любому из нас рано или поздно приходится задумываться о выборе своей будущей профессии. Важно, чтобы каждый заботился о своем деле и выполнял свою работу со всей ответственностью. Тогда наша жизнь будет гармоничной и достойной. Ведь нам дана Земля с ее великой природой, а мы, люди, наделены способностью творчески работать. Украшать жизнь результатами своего труда – это жизнь, достойная человека. –